столичные маршрутки – идеальное место, чтобы выращивать грибы. И это не шутка. Один из наших телезрителей снял настоящую плантацию на обшивке потолка микроавтобуса. Грибы, видимо, растут из-за большой влажности. Зритель, который отправил нам снимки, говорит, что сделал фото и видео в субботу в микроавтобусе 160-го маршрута. Если вы стали очевидцем чего-то подобного, присылайте фото и видео по адресу контакт@publika.md или размещайте на нашем сайте в разделе «Штирята», и мы покажем вашу съемку всей стране.